В прошлую пятницу состоялся финал проекта «Холостячка», где Ксения Мишина сказала «да» Александру Эллерту. А сегодня в ток-шоу «Холостячка. Жизнь после проекта» пара ответила на вопрос, вместе они или нет. И да, на удивление половины зрителей, они вместе. За их отношениями приятно наблюдать, видно, что они искренние и действительно любят друг друга. Также пара призналась, что спустя всего пару дней они начали жить вместе. Изначально я тоже болела за Лёшу, но за эту пару невозможно не порадоваться. Они просто светятся от счастья. Также пара призналась, что иногда у них все-таки возникают недоразумения, но очень незначительные. И ради Ксюши Саша перестал употреблять алкоголь и больше не ест мясо. Единственное, что остаются непонятные отношения с Андреем Рыбаком. Складывается такое ощущение, что кто-то на кого-то обижен или у кого-то кому-то какие-то претензии. А что вы думаете по этому поводу, напишите в комментариях. А на этом все. Услышимся!